шел по улице и увидел, вот такой вот сделали конструкцию для автомобиля, чтобы перевозить велосипеды, то как-то раньше на крышах какие-то конструкции делали на этих багажниках, чтобы перевозить. А тут смотрите, как компактно закреплено, все красивенько сделано. Даже несколько велосипедов можно перевезти. Ну вот так вот оно, видите, техническая смекалка. На YouTube-канале есть много разных у меня велоприцепов. Так что, кто интересуется этой темой, в поиске по каналу можно дать и посмотреть.